Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Елена Кравченко. И в следующей лекции мы с вами поговорим о том, какие именно формы документов применять в 2024 году. В этом году, напомню, у нас с вами действуют одновременно два приказа, которыми были установлены унифицированные формы первичных документов. И приказ 52Н, и приказ 61Н. А поскольку оба этих приказа говорят об одних и тех же содержательно документах, у нас возникает очень большой вопрос, какими именно приказами руководствоваться в 2024 году. Смотрите на видеоконсультант.